Выставка в Каире называется «Plastic Garbage Project». 6 с лишним миллионов тонн отходов, полиэтиленовых пакетов, пустых бутылок из-под напитков и другого мусора ежегодно сбрасывается в мировой океан. Все, что показывается на выставке, выловлено в море. Никто никогда не узнает, когда именно эти предметы оказались в воде. Этот материал, пластик, не разлагается. Все, что представлено, было собрано добровольцами-экологами, которые тратят свое свободное время на то, чтобы убрать хотя бы часть мусора. Люди живут в разных местах, мы организуемся между собой в небольшие группы, выходим на пляжи и собираем мусор. К нам подходят, задают вопросы, и мы немножко просвещаем людей на этот счет. Выставку совместно с волонтерами организовали кураторы Центра современного искусства Египта. Полное название экспозиции «Out to Sea – The Plastic Garbage Project». Выставка работает в Каире до 22 ноября.